Привет, друзья! Приветствую вас на своем канале. И сегодня я нахожусь уже не в Нидерландах, а в Бельгии. Кто не знает, я переехала в Бельгию не так давно, буквально 1 января. И теперь я проживаю на территории Бельгии. И хочу сказать, что Бельгия значительно отличается от Нидерландов. И сегодня я вышла, как сказать, на шопинг такой небольшой. Мне надо кое-что купить. Вы идете со мной и посмотрите, чем отличаются магазины в Нидерландах от магазинов в Бельгии. И вообще, как тут все устроено, все увидите в этом ролике. Оставайтесь со мной. Поехали. В этом районе значительных отличий я не вижу, потому что, в принципе, везде вот такие вот двухэтажные постройки, которые символизируют магазины. Вот я сказала. Здесь очень популярны такого рода, как мебельные магазины. Они выглядят все одинаково, что в Нидерландах, но также, в принципе, и в Бельгии. Йоск также здесь есть. Большая парковка. Сегодня, на удивление, солнечная погода. И она не может не радовать, просто одно восхищение. Так, ну давайте мы, наверное, зайдем в всеми известный магазин Йоск. Он выглядит практически так же и в Нидерландах, как и в Нидерландах. Вот такие вот вынесены на улице ведра, всякие лоточки, типа по хорошей цене. Но я думаю, что цена такая и была. И вот по хорошей цене можно купить вот такой вот совочек. Щеточка. Честно говоря, я вчера своему сыну именно такую купила. Но я купила в супермаркете. Итак, идемте в магазин. Вы знаете, что здесь продается мебель различная и диванчики. Кстати, не знаю, раскладные они или нет, но выглядит неплохо. Также комодики, именно мебель, которая... Она, видите, идет не набором, а вот по отдельности какие-то сегменты. Вот тупо комоды. Они выглядят вот так вот. Действительно много диванов. Я, кстати, когда искала диван себе в комнату, которую я снимала, я не знала, что здесь такое количество диванов. Можно было и здесь поискать. Но я нашла в Икее неплохой диванчик. Также есть такие различные светильники недорогие. Тумбочки. Ну, короче, много чего. Иногда проходят скидки. Мне это очень нравится, потому что по хорошей цене можно приобрести хорошие вещи. Сейчас мы, друзья, зашли в отдел шкафов. Вот, посмотрите, цены 260-200. Вот такие шкафы неплохие. Так что я считаю, что этот магазин очень даже хорошая альтернатива. Дешево и сердито. Друзья, здесь также, конечно, есть... Пледики различные, вот смотрите, оно еще идет с такой подложечкой, очень даже мягкий, теплый плед. Под него же и подушечка есть за 10 евро мягкая. Но это на любителя, конечно. Кому в интерьер подходит, тот может себе приобрести. Вот такие вот уже подушки, смотрите, какой волос. Шучу, 15. Ну, различные. Самые вот дешевые пледики за 4 евро. Кстати, у моего друга именно вот такие вот дешевые пледики. Мне так это не нравится. Вечно экономят они на всем. А здесь, кстати, распродажа. Ну, давайте глянем, что здесь и по какой цене. Вот хороший плед, такой достаточно теплый. Но как узнать цену? Цены просто нет, к сожалению. Вот на что-то есть цена. Это, по-моему, занавесь. Видите, языка не знаю, приходится догадываться только. Вот такое покрывало на кровать. Здесь еще продаются, смотрите, такие вот битые уже для мыла жидкого. Какие-то тут причиндалы еще. Ну, короче, много всего по хорошей цене. Это что за фигня? Не знаю, друзья, даже не знаю. Вентиляторы. Махровая простынь. Ну, всякая ерунда, короче. Ящики для белья. Даже полотенца кухонные здесь можно приобрести. Это такие, как салфеточки, посмотрите. Всего за 6 евро. Интересные салфеточки. Мыть, убирать что-то. Но здесь их, честно говоря, очень много.
Прям реально много. Смотрите, какой выбор полотенец. И за 4 евро, и по 6. Значит, размер 1,30 на 65, 6 евро будет стоить. В принципе, натуральное полотенце. Вот есть разных цветов. Есть 50 на 90 по 3 евро. Ну, здесь хорошее качество. Ну, Action, есть такой магазин, он реально составит конкуренцию. Я думаю, что там еще будет дешевле полотенца. Так что посмотрим белые. Люблю белые полотенца, но проблема всегда со стиркой, чтобы они оставались белоснежные именно. Друзья, отдел разных коробочек. Вот такие вот для мусора, может быть, по 8, по 5, поменьше. Очень удобные. И вот такие вот даже мелкие. Вот смотрите. Что сюда можно складывать, интересно? Я не понимаю, если честно. Ой, вообще миниатюрные. По 50 центов вот эти маленькие. Вот эти для холодильника прикольные. Мне нравятся. Я вообще люблю эти коробочки, но никогда не знаю, куда их применить. Вот такие еще корзинки. И знаете, что мне понравилась? Вот такая вот коробка раскладная. Я подумала, что моему сыну, наверное, в комнату 2-3 коробки вот такие. Большие есть и поменьше. Сложите один на один. И когда не надо, сложить вот в такую маленькую штучку. И когда надо, вот в такую. Потому что у него комната маленькая, много вещей. Но я не буду в этот раз брать. Знаете почему? Сейчас я вам покажу почему. Потому что там очередь. И реально там надо будет стоять очень долго. Прям очень много людей. Очереди, очереди, очереди везде. С Нидерландов все приезжают в Бельгию для того, чтобы закупить какие-либо товары. Сейчас в Нидерландах локдаун, и все магазины закрыты. Поэтому все прутся сюда, в Бельгию. Ой, кстати, вот эти ящики тоже симпатичные. Знаете, такие ящички? Они раскладываются и складываются. Их можно вот таким образом сложить и разложить. Но они небольшие. Этот стоит 2 евро, а вот такой вот малюсенький 3 евро. Но это совсем маленький, посмотрите, какая коробушечка. Видите, какие оригинальные светильники. Они автономные, они на батарейках. Вот так вот просто работает себе. Включаешь, и он себе горит. Ну, прикольно, я считаю. Он металлический, это даже не пластмасс. Цены не вижу. Есть такие маленькие вентиляторы, которые работают от USB такого. Стоит 7 евро. Такие интересные штучки тоже. Я так поняла, это 4-5 евро. Также имеется посуда за 5 евро. Такая вот интересная тарелка. Видите, она такой неправильной формы. Немного с патиной по краям. Даже такой вид. Или она действительно ободранная, или вид, что она ободранная. Непонятно. За 3,50 такие чашки. Как будто ее не вымыли, видите? И такие пиалы. Что-то оно все битое, смотрите. 4 евро. Все битое какое-то. Не очень оно мне. За 5 евро чашечки. Кстати, очень тонкое стекло. Вот они мне нравятся. Прям тонюсенькая-тонюсенькая. Здесь также есть искусственные цветы, которые очень выглядят как натуральные. Вот посмотрите, эти реально выглядят как натуральные, а не как пластик. Вот такие еще можно домой, кстати, поставить. Стоит 10 евро. Подставочки тоже вот эти оригинальные. Но этот выглядит реально как пластик, этот нет. Но вот эти симпатичные. Внизу вот тоже подставочки, эти под цветы разные. Видите, какие интересные кувшинчики. 6,50. Оригинальные, непонятно, правда, зачем.
Ну, кому-то под интерьер, может, подойдут. Вот такие вот чаши тоже для цветов. Соломенный этот стиль, кто любит. Друзья, мы находимся в отделе подушек. Подушки, разная цена. Есть вот по акции 17, есть по 15, по 20, по 13. Ну, цены различные. О, мягкие, супер. По 11 даже есть, смотрите. Размер 60 на 70. Ну, много чего, короче. И тут даже на распродаже есть по 11,50 подушка. Остатки от новогодних праздников распродают по 2,50. Ну, честно говоря, это дешево. Здесь еще есть, я поняла, лампочки горят. И батарейка. На батарейке это работает. Ну, прикольно. По 3 евро такие свечи. Все остальное уже разобрали. Уже ничего не осталось. К сожалению. Ой, поломанный этот подсвечник такой. Такие наборы по 4 евро. На следующий год можно будет дарить. Но, к сожалению, все разобрали. Уже елка осталась искусственная за 8. Вот такая. Все пусто. Пусто, никому ничего уже не надо. Праздники закончились. А там очереди просто жесть. Очереди, все куда-то торопятся. Все что-то хотят купить. Посмотрите, сколько барахла. А вот еще тут на распродаже у нас что-то. А что тут у нас? Пустые витрины остались. Гномы еще. Но непонятно, какая цена у этих гномов. 1,25 евро такие звездочки, по 13 снеговички. Ну, мало, конечно, что осталось. Уже такое, ерунда. Уже все разобрали. Ну, в принципе, все, друзья. На сегодня маленькая прогулочка по магазину Юск закончен. В этом ролике вполне достаточно немного обзора этого магазина. И смотрите следующий ролик, потому что я сейчас отправляюсь в магазин Action и сниму оттуда тоже товары какие-нибудь, цены и сделаю небольшой обзор. Оставайтесь со мной. Спасибо за просмотр. Ставьте лайк, подписывайтесь. До скорой встречи. Пока-пока.